лап. Из воды нападать будет, да? Я тебе весло дам. Будешь отбиваться веслом. Хочешь лап? Вот это, говорит, я понимаю, команда, еще и побил заодно снаряд. Хорошо, обратно. Обратно. Что-то я чувствую тяжелый взгляд. А ты говоришь, зачем мне воды с запасом? Вот. Два ведра дополнительно обязательно. Не трогай мой мяч. У меня таких всего 200 штук. Что-то хочется, сама не знаю чего. Да. А, хорошо. Но зато вам не жарко, знаете. Да, чисто, ровно, быстро. Сногсшибательно, судя по тому, как Орса упала. Плохо, ну так хорошо, ты не представляешь. Золото, ну хорошо. Это весело, такой рок вообще, сплошные позитивные брызги. Сидеть, пожалуйста. Эй! Да. Эми, на меня. Да. Здравствуйте, на вторую, пожалуйста. Иди сюда, хватит ловить. Давайте, да, да, хорошо. На вторую, да. Контроль внимания, Золотан, пожалуйста. Да, Эми лучше, да, вижу. Хорошо, спасибо, Золотан. Хватит. Ну, зато, знаете, никто ничего не украдет. Да, хорошо. Спускаемся вниз, разворачиваемся, лапы на ту. Эми, вниз. Давайте. Эми, вниз, лапы на ту. Нет. Лап. Лап. Из воды нападать будешь, да? Правильно. Молодец. Ничего себе, почему им можно воду, а нам до сих пор нельзя? Выходим. У-ху. Я тебе весло дам. Будешь отбиваться веслом. Хочешь? Эми, хорошо. Посадка на тумбу. У-ху. Хорошо. Да, хорошо. Оставили собачек к водичке, к акватории. Отошли, пожалуйста. Да. Хорошо. Так, подзыв к себе. Умнички. Возврат на тумбу, пожалуйста. Пока рано, да, правильная команда, рано. Нет, куда они в мою акваторию, да, вообще ужас. Так, возврат на тумбу. Тумба. Давайте, давайте. Астер. Астер. Ты где там? Да. Хорошо. Стоять, пожалуйста. Да, прекрасно. Да, молодцы. Сидеть. Хорошо. Подзых себе. Да, вниз. Да, высылаем на лапы снова. Лапы. Лапы. Да, хорошо. Нет, плохо, вниз. Быстрее. Вниз. Да. Посадка на тумбу. Посадка. Не приставайте к девушке, да. Давай, залазь. Да. Хорошо. Спустились вниз, с тумбы вниз и команда лежать. Прям только спустились и сразу команда лежать. Стоп. Да. Стоп. Стоп. Вниз. Вниз. Вниз.
Не шуми. Говорит, да вообще сплошные ограничения. Ни овчарку нам не потрогать, ничего. Лежать. Давайте, давайте. Соображайте. Да, да, молодцы. Стоять, пожалуйста. О, быстро. Мне даже кажется, что-то даже раньше, чем команда от вас пришла. Да. Хорошо. Так, посадка. Ага. На тумбу все возвращаемся. На тумбу, пожалуйста. Сейчас, секунду, на тумбу. Команда сидеть. Да, пойдем. Вот подойдите. Подойдите. Да, хорошо. Контроль внимания все симметричный. Да. Залезайте и лапы, ой, лапы, ногой можно придержать, чтобы лапы не разъезжались, не качались. Хорошо. Так, ну давайте сами начнем. Воду из воды, посадка на тумбу. Давайте поплещемся немного. Воду из воды, воду. Вот это, говорит, я понимаю, команда, еще и попью заодно снаряд. Хорошо, обратно. Обратно. Что-то я чувствую тяжелый взгляд. Золото, наработаем воду из воды. А ты говоришь, зачем мне воды с запасом? Вот. Воду, два ведра дополнительно обязательно. Пожалуйста, Зена, воду из воды. Нет, 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 вы дожмите воду. Зена, работаем. Да хватит пить уже. Астер, ты видишь это безобразие, а? Ты представляешь, вместо того, чтобы ходить и шлепать, вот это вот начинается. Эми, воду из воды еще разочек, а то они тут все выпьют нам, пока мы с вами ждем, да? Ужас вообще. Давайте. Ну, вперед. Вперед. Да. Хорошо. Подъем. Иди сюда. Хорошо. Так, заходим в угловую зону. Хорошо, стоим около, да, своей угловой зоны. К себе развернув, пожалуйста. Да, предварительно. Хорошо. По часовой стрелке в следующую угловую зону. Нет, часовая движется в эту сторону. Рядышком с собой, пожалуйста. И не надо ничего копать, тут вам не Англия. Давайте туда. Да, и вы туда. Хорошо. Молодец. Хорошо. Да. Еще один переход, следующая угловая зона, пожалуйста. Пойдем, Астер. По воде идем, шлепаем. Будем считать, что это наш водный фитнес. Да, хорошо. Уголочек. Хорошая у вас команда, такая удобная. Да, команда сидеть. Сидеть. Ну, давайте, погружайте свои непотопляемые пятые точки. Она говорит, как тут сядешь, вон кто-то скачет и газой. Она говорит, а вот на бортике считается, например. Пожалуйста. Эми, сиди. Быстрее. Хорошо. Воды-то как прибавилось, ты посмотри, Астер, прям уровень-то поднялся, конекорсы, оказывается, какие плотные собачки. Хорошо, Зена, команда стоять, достаточно. Хорошо, да. Хорошо. Ладно, ладно, пока не сразу. У ни у кого дома ванны нет, все в душе, да? Переходим в следующую угловую зону, пожалуйста. Астер. Пойдем, пойдем. Переход. Да. Хорошо. Еще разочек пробуем сидеть. Зиц. Говорит, ну чтоб сразу, ты обещал. Да.
Да, годится стоять. Зена хорошо стоять. Золтан пока, да, бережет. Но там у него больше ценного, видимо. Хорошо, следующий, пожалуйста, угловая зона. Снова переходим. Бодро, Зен, это бодро. Хорошо. Сидеть, пожалуйста. Сядь. Зена, хорошо. Молодец. Эми, хорошо. Золтан, пока. Пока у вас домашнее задание поработать в ванной. Хорошо. Выбираемся все на ту тумбу, на которой были. Выбираемся на тумбы. Пожалуйста, на свои точки. Молодец. Хорошо. На свои точки. Теперь, когда мы немножечко освежились, делаем еще раз лапы, но с двух квадратиков. Отходим на два квадратика, лапы делаем. Пожалуйста. Пожалуйста, лапы. Эми, чудесно. Да. Прям не смотри на мой шар. Знаешь, какой он дорогой, ты не смеешь. Так, Золтан, хорошо. И, между прочим, в жару шубу не носят. Я-то знаю. Да, хорошо, золото на имя замечательно. Посадка на тумбу. Зену доделать. Ничего страшного, доделать. Да, хорошо. Пазы к себе. Астер. Астер. Да. Пазы к себе. Хорошо. Оставили собаку с этой стороны, заходим за акваторию. Вам с любой стороны можно, а у вас-то в краешке есть. А давайте мы ими поставим в серединочку. Давайте поменяемся местами, да. Тем более, что у вас, да, такая идеальная обувь для нашей акватории, что вам вообще даже обходить не надо. Но это на вашу смотри. Хорошо, оставили, оставили. Отходим туда, отходим. Да, замечательно. Пазы к себе. Ай, хорошо, быстро, молодцы. Хорошо. Оставили собачек, пожалуйста. Отходим за акваторию с этой стороны, к этой серой линии, пожалуйста. Золтан, хорошо. Эми, хорошо. Ну, давайте чуть-чуть посложнее, чуть-чуть. Зена, если получится, если не получится, чуть-чуть подойдете. Лежать. Пожалуйста, лежать. Эми, идеально безупречно. Давайте. Не помещайся, там же, говорит, вода. Как же я повернусь-то, бедный? Да, хорошо. Золотан как-то извернулся. Нет, вы подумайте. Да, позыв через воду к себе. Через воду. Зена, Эми, хорошо. Говорит, я все прослушал, пока пил. Идем. Астер. Хорошо. Похвалить, посадить на тумбу. Так, Золтан, обход конуса, возврат к себе. Картинку именно акваторию и собачку откройте, пожалуйста. Да, хорошо, все, работаем. Золтан, обход. Обойди, обойди. Давай, воду. Воду. Надо было все выпить, воду. Было бы не страшно. Ну, давай, давай. Скорее. Обойди. Сюда. Хорошо, Эми, пожалуйста. Хорошо, молодец. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Обход. Давай, нет. Нет. Слева обход. Эми, обойди слева. Быстрее. Эми, слева, быстро.
Быстрее. Быстрее, Башка. Да. Хорошо. Зена, пожалуйста. Не отвлекаемся, не отвлекаемся. Воду. Обойди, обойди. Обойди конус. Обойди. Обойди. Нет. Нет. Обойди конус. Обойди. Обойди конус. Давай, давай, давай. Обойди. Да. Хорошо. Хорошо. Все постарайтесь выслать от тумбы. Все в воду, команда стоять. То есть за серую линию и стоп. Постарайтесь от тумбы отработать, пожалуйста. Астер. Развернулись и встали. За, да, на грань. Да, да, стоим. Очень хорошо, М. Да. Золото. Разворачивайте, разворачивайте. Супер движимость у нас, да. Зена, молодец. Стоять. Нет, нет, не смотрим друг на друга. Держим контроль, зрительный с хозяином. Да. Хорошо. Теперь переходим через серую линию и команда сидеть. Перешли через линию и стоп, и сразу сидеть. Перешли. Да, 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 да. Хорошо. Хорошо. Стоп. Сидеть. Стоп. Сидеть. Вот как Зена, пожалуйста. Да. Лежать. Сидеть. Плац. Да. Хорошо. Да. Лежать. Не туда смотрит доберман. Вообще не туда. Корсы отлично. Золо переложите, да. Он то ли на нас, то ли туда. Ничего не понятно. И купить ему атлас пород. Это не ваша порода, да. Сидеть, пожалуйста. Хорошо. Золото, отлично. И даже направление правильно, ими близковато. Так, ладно, Зена. Тумба. Тумба. Хорошо. Астер, пошел. Хорошо. Заходим за акваторию втроем, пожалуйста. Да. Нет. Нет. Золтан к себе через воду. Очень хорошо Эми. Да. Ну и Золтан, конечно, да. Эми особенно, рядом была собака. Пожалуйста, Эми, акватория, работаем. Ты моя умничка, да, очень хорошо. С Зеной, как, да, будете готовы? Можно от середины, учитывая ее старт активный. Давайте. Весело, весело. Оставили собачку здесь, заходим за акваторию, прям за серую линию. Да, хорошо. За акваторией, за рекой работаем. Лежать. Золтан, первое выполнение, между прочим. Эми, ну ты как-нибудь найди там на квадратном метре-то. Вот эти собаки, которые во дворце живут, вот у них всегда это непонимание, куда им лечь. Но, да, да, хорошо. Сидеть, пожалуйста, сидеть. Молодец. У Зены, да, спасибо, экстремальный режим вы включили, да. Она по вашей команде пошла, так что все хорошо. Хорошо, хорошо. Так, ну давайте еще разок. Лежать. Лежать. За рекой. Лежать. 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 Давай, нет. Давай лежать. Плохо. Эми. 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 Хорошо. Ну быстрее, быстрее. Немножко ускоряемся. Ускоряемся, несложная команда. Лежать. Лежать.
Да, сидеть, пожалуйста. Идеально, безупречно, молодцы. Мячики не только в воде, но еще и двигаются, да. Золтан, один, через воду к себе. Золтан, один. В воду, да. Тумба, пожалуйста, очень хорошо. Эми. Хорошо, Зена, пожалуйста. Да. Ну, да, здесь она самая маленькая у нас, конечно, ей больше сложнее. Хорошо, еще раз Золтан с учетом шариков. Обход конуса, прошу вас. Золтан. Один. Я бы тебе не рекомендовал походить. Лучше погрызи. Нет. Да, правильно. Ох, какой прыжок. Давай, 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 быстрее, мой хороший. Да, хорошо, Эми, работаем. Выходите, Золтан, выходите. А то сейчас Эми прыгнет и волной вас снесет. Прошу вас. С любой стороны. Как хотите. Индивидуальный обход, так что на ваше усмотрение. Конечно, лучше чередовать, если вы помните, какой был прошлый. Не помните, значит, да. Просто обойдите. Я не знаю, что такое обход. Вы в отъезд фотографии ей посылали вообще, чтобы она вас смотрела, да? Да? Как вам хорошо присылали, как вам плохо? Зена, пожалуйста. Ай-яй-яй, ну что же это? Не трогай мой мяч. У меня таких всего 200 штук. Спасибо. Спасибо за спасение. Ждать. Варды. Нет. Нет, плохо. Назад. Сюда. Ждать. Нет, плохо. Золтан, обход конуса, пожалуйста. Золтан. Давайте крайний с Зеной. Вам будет удобно, у вас с этой стороны еще дорожка есть. Эми, пожалуйста, обход конуса. Сторона любая. Хорошо, да. Зене удобнее, у вас боковая сторона есть и прямая. Золтан, хорошо. Эми. Что это такое, Эми? Давайте вспоминать. Говорит, это потому, что мне в ваш отъезд книжки не давали читать. Никакие. Только мультипликация. Да, хорошо. Обход тремя собаками вместе с правой руки, пожалуйста. Обход справа. Прошу, выходим. Справа, пожалуйста. Да, пошла, 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 пошла. Хорошо, Эми пошла, просто Зена там немножко, да, сбоку ее поджимает, она, да, Золтан. Ждать. Ждать. Иди сюда, мелкая. Хорошо. Полуобход конуса с любой стороны. На дальней точке стопы сидеть, пожалуйста.
С любой, да. До дальней точки. Стоп, нет, мечи не трогайте, пожалуйста. Стоим на дальней точке. Я прошу прощения, извините. Спасибо. Спасибо большое. Так, хорошо. Полный к себе. Полный к себе. До конца к себе. Оставили собачек на тумбах, отходим за акваторию с другой стороны, пожалуйста. Заходим, заходим, да. Да, очень хорошо. Золтан через акваторию к себе. Золтан, пожалуйста. Нет. Эми идеально безупречно. Умничка, в какой форме хорошая собака. Эми к себе. Выдержка на уровне, да. Ну, хорошо. Зену, да, доделать упражненица. Что-то хочется, сама не знаю чего. Да. Хорошо. Но зато вам не жарко, знаете. Да. Сидеть, пожалуйста, отходим к тумбам. Сидеть, пожалуйста. Сейчас все освежились. Косматых собак у нас в группе сейчас нет. Так что у вас легкий бриз, я так думаю, да? Хорошо, еще разочек. Лежать. Что-то мне это напоминает, да, вы с Эми, не помните? Вот когда она побежала, такая уши сзади. Как говорит одна у нас хозяйка, волосы назад. Лежать, пожалуйста, Эми, давайте, давайте. Ну, да, я понимаю, буйные соседи у вас сегодня. Золотом, да. Плац. Плац. Да, хорошо. Стоять. Стой. Хорошо. А теперь тихонечко. Подзыв будничный. Остановка у конуса, пожалуйста. Остановка у конуса. Делаем. Эми, отлично. Четко, ровно, по центру. Золотан, нет, нет, мечи, ловушка. Мечи, ловушка. Да. К конусу, пожалуйста, Зена, стоим, стоим в воде, охлаждаемся. Нет, плохо. Полный к себе на тумбу, годится. Очень хорошо, годится. Ничего, ничего, мы настроимся. Она еще маленькая. Хорошо. Так, ну, давайте. Давайте с Золтаном. Мы, видите, все охраняем. И вас не украдут, и собаку вашу. Хорошо. Так, давайте с Золтана начнем. Обход акватории. Вот всю нужно обойти, в воду не заходить. Пожалуйста, делаем. А пока Золтан это делает, мы делаем лапки на тумбу. Спускайтесь, корсы. Делаем лапы. Сами, сами, да. А Золтан работает обход. Пожалуйста. Ой, хорошо, Эми. Зену настроить. Эми стоим, растягиваем. Да. Еще. Нет. Дальше.
дальше. Обойди все. Эми, хорошо, посадка на тумбу, умнички. Нет. Зена, хорошо, посадка на тумбу, передохните, молодцы. Нет. Дальше обойди. Еще. Куда я пойду? Я же доберман, далеко не ухожу. Нет, только нет. Под юбкой гуляю, нет. Только здесь. Дальше пойди. Так, звезда. Дальше. Нет. Куда пошла? Нет. Уходи все, нет. Так, ну давайте, да. На тумбу пока. Эми, отстегнуть, пожалуйста, обход акватории. Без поводочка пойдем. Несмотря на большой перерыв, собака у вас в отличной форме. Конечно, есть некоторые, да, изменения, но в принципе довольно надежно работает. Астра, иди сюда. Да, молодец. Да, чисто, ровно, быстро. Сногсшибательно, судя по тому, как Корса упал у вас на дальнем плане. Так, Зене такой не нужно делать, да. Хорошо, давайте с Золтаном начнем. Оставляете собаку с торца с той стороны, вы встаете сюда, через акваторию к себе. Пожалуйста, будем подзыв. А мы смещаемся с Эми на точку старта, еще на одну тумбу. А я думаю, куда меч делся? Молодец. Хорошо, давайте с девятым валом поднимите волну к себе. Да, хорошо, посадка на тумбу, чисто, ровно, молодцы, не уходит в бок. Эми, то же самое, отстегнули, пожалуйста, да. Отходим. И да, спасибо, Зены сместились. Длинная сторона акватории, прошу, подзыв. Да, хорошо, весело получилось. Зена, работаем. Пойдем за мной. Пошли. Пожалуйста. Пожалуйста, подзыв. Хорошо, хорошо. Так, с Золтаном будничная остановочка на середине, как раз серединный конус, то, что вам нужно. Остановка на середине. Ну, не дотронулись вроде бы, мне показалось, да? До конца к себе. Зену сместите, пожалуйста, на следующую тумбу. Эми, та же задача, пожалуйста. Не трогайте ее, не трогайте. Давайте не будем вот этого. Отстегиваем. Хорошо. У второго конуса остановочка, прошу. Тише, тише, малым ходом, тише. Ай, ты моя звезда. Хорошо, до конца. Да, хорошо, Зена. Смещаем Золтана на первую позицию. Хорошо, контроль проверили. Молодцы с ними, да. Не теряем время зря. Прошу, попробуем. Только не эмоционально, спокойно визовите. Тише, тише, тише. А мы не эмоционально в этом возрасте не можем. Говорит, что ты глупости предлагаешь какие-то, да? Хорошо, отходим, пожалуйста, к серой линии. Собачки на тумбах остаются, пожалуйста. К серой линии, пожалуйста, хозяева, отойдите. Да. Спускаемся вниз, делаем лапы на тумбу.
Эми, хорошо. Быстро, четко, молодцы. Стоим. Хорошо, Золтан с нами на связи. Приятно. Посадка на тумбу. Хорошо. Хорошо. Ну, поводок-то зачем намочила? Так, хорошо. Посадка на тумбу. Подходим к тумбе. Попробуем от тумбы, но это не касается, вы поменьше дистанция. Высылаем барьер туда, разворот в воде, барьер обратно. Важно, не выходите из акватории. Барьер, разворот обратно. Места достаточно. Прошу вас. Да, хорошо, важно не выходить. Еще разочек, прыжок туда, прыжок обратно. Возвращаемся на тумбу. Хорошо, Зен, и в отдельном режиме работаем. Прошу вас. Пожалуйста, не выходим из акватории. Постарайтесь. Эми застряла на барьере. Золтан, хорошо. Хорошо. Да, да. Хорошо. Прыжок за барьер, команда стоять. Делаем. В воде барьер стоять. Прошу. Эми, хорошо. Ай! Эми, плохо. Золотан, плохо. Настроение у Зены улучшилось зато. Стоять. Так, хорошо. Тише, тише, тише. Стоять. Работаем по одному, пожалуйста. Зена, барьер, тумба. Пожалуйста, Зена. И больше никто. Да, Эми. Золтан. Очень хорошо, Золтан. Да, выдержали. Прекрасная работа. Хорошо. Оставляем собачек на тумбах. Заходим за акваторию, пожалуйста. Нет, ждать. Да. Через барьер к себе на сушу, пожалуйста. Через барьер, через акваторию. Золтан. Эми, идеально, безупречно. Спасибо, сохранили цветы. Наступили грамотно, очень хорошо. А, оставили, да, оставили здесь собачку. Отходим к... Ну, хозяйку второй курсы не жалко, она, в принципе, имеет такую же собаку, ей все. Но вот хозяйку Золтана прям жалко, у нее прям вообще другой тип собаки, за что? Хорошо, отходим к тумбам, пожалуйста, к тумбам. А, да, от Зены все правильно, да, акватория. Зато вы оцените плюсы и минусы длинных брыли, например. Если вдруг вам захотелось курсу, нужно вот это иметь в виду. Кто-то любит, когда летит, кто-то не очень. Подзыв к барьеру, в воду не прыгаем, пожалуйста. Давайте. Нет. Стоп. Да, хорошо, к барьеру. Золтан ровно, очень молодцы, Эми. Хорошо, стоим. Да. А у вас есть боковая линия, да, вы можете работать в своем режиме. Хорошо. Барьер и тумба сзади вас. Вы не с места, не сходите, пожалуйста. Барьер и тумба сзади вас. Высылаем. Высылаем. Чудесно, Золтан, Эми, Зена, хорошо. Еще разочек, пожалуйста, зайдите за
акваторию. Подзыв к барьеру, пожалуйста. В воду, к барьеру, стоп. Прошу. Эми, чисто, ровно, хорошо. Да, Золтан, хорошо. Говорит, что? Намокли лапы, настроение в голову ударило. Как выпить фанты или что-то еще такое веселое. Да, да, пузыри в голову. Хорошо. Стоять. Хорошо, прыгаем по одному. Зена через барьер к себе, на сушу. Зена, отвисните. Да, Эми, пожалуйста. Ай, хорошо. Золтан, прыгаем, пожалуйста. Ну, что за чудесные собаки. Хорошо, теперь прям сложно. Барьер и тумба. Отсюда управляем. Барьер и тумба. Работаем. Высел. Зену провожаем, да, потихонечку. По возможности. Дальше, дистанция, дальше. Здесь очень сложное покрытие, здесь часть вода, часть суши. Для собаки это принципиально прям сложно. Эми дошла сама. Похвалите, не сочтите за труд дойти, да, прям хорошо. Золото, ну умничка, практически не сократили дистанцию, прям совсем чуть-чуть. Хорошо. Ну и давайте к тумбам подходим уже, давайте с этой стороны. Хорошо. Да, спускаемся вниз и лапы на серый бортик выпускаем делать. На серый бортик акватории, пожалуйста, лапы. Вниз, вниз-ка, разумеется, вниз, да. Нет. Постарайтесь поводком не работать. Спасибо, Эми, что не работали. Золотом постарайтесь. У меня с Золотом как картинка туда, картинка обратно прокручивается. Он ходит очень симметрично. Да, две есть, освоили. Быстро, четко. Похвалите, пожалуйста, в процессе, в моменте, как сейчас модно говорить. В моменте. Да, Зена с нами. Хорошо, обратно на тумбу. Забираем. Хорошо. Еще раз, пожалуйста, постараемся сделать лапы на бортик серый, но не подходя уже к акватории. Постарайтесь от тумб работать. Делаем, прошу. Зена. Эми чисто, Золтан, держимся. Ай, бравочки, ай, умнички. Говорит, ну, раз похвалили, можно и... Да. Золтан говорит, нет, еще не факт. Могут заставить еще так стоять целую минуту. Мечи все-таки у меня, хорошо, что их всех туда сдуло, да? Полных себе на тумбу, хорошо. Обратно она не может, она еще туда не долетела. Хорошо, Эми. Хорошо, еще раз тоже задание. Прыг туда, прыг обратно, на тумбу возвращаемся. Эми без поводочка работает. Как раз повыжимать успеете. Пожалуйста. Я все вижу. Я все вижу, отдай мяч. Эми без поводка и мяч не взяла. Красотка прям. Золтан, хорошо, умнички, намного стало лучше получаться, Зена, да. Прыжок через барьер и остановка на той стороне, пожалуйста, за барьером. На той стороне реки, пожалуйста. Без поводочка, да, Эми, спасибо. Вперед барьер. Нет, барьер. Вперед барьер, дальше. Нет,
К барьеру. Стоп. Стоп, не надо выходить. Не надо выходить, вот как вы сейчас прям правильно сделали, да. Спасибо, да. Я нечетко, видимо, объяснила. Собака, кстати, поняла. Не роняй, да, она сделала это специально, я все, да, увидела. Золото, хорошо, тише, тише, стоим. Хорошо. Барьер, тумба, полетели. Да, очень хорошо. С Золтана начнем. Вы идете вдоль акватории, собака прыгает прыжковый слалом. Туда-сюда. Три барьерчика. Всего три. Ну что вы сразу молиться-то? Тут недалеко и недолго. Всего три прыжочка. Смещаем Эми на первую тумбу, пожалуйста. Зену на вторую. Давай, барьер. Он уже молодец, уже хорошо делает. Растяжка у вас великолепна. Вы же спортсменка. Давайте. Здесь как раз самое время, да, ее использовать по назначению. В воду пошли быстро. Да. Да, да, да. Стравливайте поводочек, стравливайте. Все, подсекайте на себя. Хорошо, здесь хорошо, да. Но дальше вообще просто, потому что угловая зона, вы можете... Да. Но вы не стали пользоваться, честно отработали. Спасибо. Эми, без поводочка, прыжковый слалом, давайте. Вы сопровождаете, собака прыгает в акватории. Желательно, конечно, из воды постараться не выходить. У вас самое усложненное. Поводочек можно с собой взять, да, чтобы вы потом не метались. Спасибо. Супер. Все, ну давайте. Молодец, дальше. Литграция, мое второе имя. Да, вот так мы красиво идем. Справа барьер. Справа барьер. Вернулась, быстро. Быстрее. Справа барьер. Молодец. К себе. Очень хорошо. Зена, пожалуйста. Да. Контроль внимания, золото на себя. Давайте, а то он так внимательно смотрит за Зеной и переживает. Да, вот если Эми абсолютно все равно, она за хозяина переживает, то золото он прям поглядывает, как она там. Прыгает, нет, что она, как там, достал уже хозяйку или нет еще? Спускаемся вниз, делаем лапы на тумбу. Группа, пожалуйста, работает. Лапы на тумбу. Эми, чисто, ровно, быстро. Первое выполнение. Очень хорошо. Золтан, да, немножко возбужден, потому что лапы-то мокрые, конечно. Этот опыт всегда очень важен, когда собаки мокрые или полумокрые, или даже полусухие. Как смогли, да. Очень важно контролировать вот эту эмоцию, которая обязательно приходит к собаке, когда она влажная. И вот сейчас у нас такой опыт имеется. Оставили, пожалуйста, собачек на тумбах, посадка. Отходим за акваторию. Будем прыгать барьер на себя, на сушу. Теперь-то вы девятый вал хотя бы поднимете. Втроем-то вы справитесь. Отстегиваем, конечно, конечно. Я единственная, кому здесь можно доверять, после кинологов, конечно. Да, хорошо. Через барьеры на сушу, пожалуйста, по акватории. Прошу, давайте, давайте, давайте. Это барьер. Нет, плохо, плохо. Плохо, ну так хорошо, ты не представляешь. Золото, ну хорошо, да. Это весело, такой рок вообще, сплошные позитивные брызги. Да.
Вы так зажигательно брызгаете, что даже вон хочется. Щенка подняли, да, говорит, мне тоже хочется побрызгаться. Оставили собачек, отходим к тумбе. Да. Лежать, пожалуйста. Лежать. Чем ближе к экватории, Эми, тем неудобнее ложиться. Да, 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 тебе говорю, правильно. Золтан, первое выполнение, хорошо. Эми создала себе проблемы, сейчас будет их решать. Как это по-русски? Да, хорошо, Зена, да. По одному, пожалуйста. Золтан, сидеть, Золтан, сидеть. Ай, звезда, умничка. Хорошо, Эми, пожалуйста. Красавица. Зена, пожалуйста. Зена. Зена, сиди. Да. Подзыв к барьеру. Эми, ну такое быстрое реагирование, что даже вот я только успеваю сказать. Такое быстрое реагирование у вашей собаки. Да, хорошо, хорошо. Заходим за акваторию, за спины собакам, но не в воду, а на сушу, разумеется. Заходим за спину собакам. Да, хорошо. Барьер, тумба, барьер, тумба. Сложное упражнение, барьер, тумба. На свою, пожалуйста. Сейчас Золтан придет удивиться, мягко говоря. Вообще место доберманов лучше не занимать. Да. Эми, отлично, да. Золтан, пожалуйста, ждем вас. Хорошо. К тумбам, пожалуйста, подходим. Да. Хорошо. Прыжок через барьер, туда, обратно и возвращаемся на тумбу. Пожалуйста, работаем. Прыжок. Высылаем собачек. Барьер. Еще два встряхивания Эми, и у нас будет не акватория, а морская пучина. Говорит, она сама виновата, что она тут бродит, мешает на траектории нашей. Не стой под стрелой. Очень хорошо имеет. Так везде написано. Говорит, она сама виновата. Да, хорошо. Отвлекла меня только. Угу. 5 минут. Будете уходить? Попробуйте. Прыжки и брызги вам навеяли, наверное, да? Хорошо. Ну, конечно. Конечно, конечно. Ну, ты для протокола-то не снимай. Может, это я просила ее принести. Что-то в самом деле. Хорошо, спускаемся вниз, лапы на тумбу.
Хорошо, стоим. Да. Хорошо, посадка на тумбу. Посадка. Хорошо. Так, немножечко посложнее сделаем напоследок. Обход барьера справа и обратный прыжок на себя. Обход справа и обратный прыжок на себя. Пожалуйста. Делаем, пожалуйста, делаем. Не обращайте внимания, она на бабочку охотится, да, у нас такая собака. Овчарки, они всегда так немножечко на бабочек походятся. Да, да, хорошо. Золотан, потянули задачу, очень хорошо. Хорошо, ну и давайте обход слева и обратный прыжок на себя. Обход слева, пожалуйста. Обход слева. Угу. А в вашем случае можно выйти из воды, почему нет? Так, Эми, ну давайте немножко пособоражайте. Давайте, обход слева и обратный прыжок на себя. Нельзя мяч трогать. Обойди слева. Эми, давай, вперед. Эми. Обойди слева. Да, хорошо. Да, хорошо. Так, работаем главную команду. Начинаем с Золтана. На сегодня достаточно. Спасибо. Его сюда, вас в ту сторону. И весело, энергично, в два прыжка, как вы умеете, летим на обед. В смысле, команду ко мне работаем. Так. Прошу вас. Идеально, безупречно. Спасибо, очень хорошо. Эми, пожалуйста. Сядь. Да, пожалуйста, да. Все, что стегнуть, это даже без разрешения. В вашем случае. Хорошо. Пожалуйста. Да, хорошо. У вас перерывчик небольшой. Попить, заземлиться, да. Пожалуйста, Зена. Пожалуйста. Ну, она имеет право, да, как угодно. Осторожно.